Магаданцы могут присоединиться к первому онлайн-видеофестивалю мобильного контента «Красиво.ДВ». Участникам предлагают записать ролик при помощи любых устройств – мобильных телефонов, видеокамер, дронов, фотоаппаратов. Организаторы принимают как привычные горизонтальные видео, так и вертикальные. Формат популярный в TikTok, Instagram и других социальных сетях. В конкурсе 5 направлений – характер, природа, звуки, сила, уникально. После окончания приема заявок в каждом из 11 регионов Дальнего Востока пройдет народное голосование за понравившийся ролик. Видео разместят в специальном разделе на портале «Твой ДВ». Отобранные на первом этапе 55 работ войдут в шорт-лист. Общий призовой фонд – 1 000 000 рублей. Его разделят среди 7 победителей. Для финалистов организуют мастер-классы, где спикерами будут режиссер-документалист, автор цикла «Неизвестная Россия», блогер, путешественник и автор популярного YouTube-канала «Хочу домой» и другие.